Так, друзья, ну давайте попробуем. Вот видите, какая грязь, это все налет от воды. Чем ниже в душевой кабине, тем он просто больше. И все вот эти вот штучки, оно просто въелось, оно никак не очищается. Вот никак. Такая вот жесть. Видите, все вот эти массажные фишки. Все-все в белом налете, в извести. А сейчас я покажу, как его убрать. Берем вот такое вот мега средство. Лимонная кислота 20 грамм. Которая стоит 9 рублей. Ну, везде по-разному. Не больше 20, это точно. И разводим. Я эту пачку разведу в кружке. Засыпали. Заодно и кружка помоется. Сейчас сделаю теплую водичку, не кипяток. Заливаем. И размешиваем. Размешали. У меня нет никаких распылителей. Я возьму обычную губку и нанесу жидкость на стену. Смотрим, что получится из этого. Знаю, что это пытались уже отмыть люди. Но ничего у них не вышло. Мне интересно попробовать. Ждем 30 минут. И вот такими движениями губкой. Вот еще еда этот. Вот так вот затираем все. Здесь еще тоже попробовал. Так, сполоснули. Уже вижу, что стало чище. Ждем, когда высохнет. А вот она дверь. Вот оно стекло. Вот оно и мытое стекло. Ждем, когда высохнет. Пока сохнет, заметил такую фишку. Случайно, может не случайно, но попали капельки. И плитка стала чище. Как бы не пришлось еще и плитку мыть. Ну и наконец, давайте посмотрим на результат. Еще, конечно, не до конца высохло. Вот это стекло, какое оно было, видите, да, то есть насколько оно матовое. Это стекло у дверок. И теперь сама стенка, которая была вот такая вот в верхней части, и не мыл, и вот она пошла нижняя. Она еще, правда, не совсем до конца высохла. Видно вот эти разводы, сырость. Но она стала чистая, капец. Так, вот эти штучки, они также заблестели. Так вот все отмылось. Все говорили, что нужно покупать новую душевую кабину, потому что это уже известь не отмыть. Ну вот, друзья, это не так. Известь отмыть. Все стало прозрачное, чистенькое, клевое. Вот так вот.